Ваша память забыть не дает. Война ужасно жестокая, хоть от нас такая далекая. Какая страшная война, ведь столько жизней унесла. Вот так, с пониманием и осознанием в глазах, ребята из детского сада номер 31 в Медвежьих озерах рассказывают об Отечественной войне 1812 года. Теперь дети легко смогут ответить, кто был нашим главным врагом, когда началась и когда закончилась война, и почему исход сражения был не в пользу наполеоновской армии. Все это воспитанники смогли узнать благодаря тематическому музею, который открылся непосредственно в детском саду. 7 сентября произошло решающее сражение на Бородинском поле. До 5 часов вечера шел бой. Ночью от Кутузова поступил приказ: битвы не будет. Русская армия начала отступать. Однако все-таки победа была за Россию. Идея создания музея была не случайным. Технология музейной педагогики существует в нашем саду уже много лет. В нашем поселении расположена бригада десантников. Патриотическому воспитанию уделяется большое внимание. Несмотря на то, что музей небольшой, экспонатов в нем немало. Здесь можно встретить и тематическую литературу, и пушку, созданную по эскизу оружия 1812 года, и даже коллекцию предметов быта различных сословий того времени. Внутри избы обязательно была русская печь, красный уголок с иконами, деревянный стол и лавки. Обратите внимание на посуду. Блюда, ложки, чугуны. Мы сейчас такой посудой не пользуемся. В скором времени в детском саду номер 31 планируется открытие второго музея. Он расскажет детям об истории Великой Отечественной войны. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.